Апелляционный суд закончил рассматривать дело в отношении экс-мэра Славянска Нелли Штепа. Напомним, ее обвиняют в сепаратизме. Суд первой инстанции избрал для нее меру пресечения в виде содержания под стражей. Сегодня ее защита пыталась оспорить это решение. Результатом рассмотрения судом данной апелляционной жалобы суд оставил ее без удовлетворения, а решение Чернозаводского районного суда города Харькова в силе. То есть она остается, продлили срок содержания под стражей до 4 месяцев. Таким решением суда защита недовольна и уверяет, что у них на руках есть все доказательства невиновности Штепы. Невозможно человека обвинять в том, что действия, которые она делала под давлением, которые она делала под угрозой расправы, как бы, что расправиться с ней, с ее близкими, как бы, это, в принципе, это вопиющие факты, которые мы сейчас наблюдаем. Мы не понимаем, почему сторона обвинения не хочет принимать этого внимания. Мы не понимаем, почему суд, который обязан согласно принципу непосредственности и состязательности сторон, должен оценивать все доказательства. Что касается рисков, мы сейчас оцениваем риски, и вот мы доказали то, что эти риски, в принципе, бессмысленны, потому что она не виновата. А вот прокуратура уверяет в обратном и говорит, что выпускать Штепу на свободу рискованно. Обвинение в ходе судебного разбирательства, рассмотрения апелляционной жалобы предоставило, я считаю, исчерпывающий перечень таких рисков, о которых просто сейчас я говорить не могу, потому что было закрытое судебное заседание, в котором обсуждались эти риски, и они были судом услышаны. То есть суд посчитал, что эти риски наявны сегодняшним в этом деле, и удовлетворил. О каких рисках защита Штепы не понимает и уже планирует обращаться в Европейский суд? Все свидетели в деле допрошены. Все свидетели в деле – это свидетели защиты. Свидетелей обвинения в деле просто нет, потому что обвинение как бы бессмысленно.